23 августа – день 32-й годовщины принятия Декларации о независимости Армении. Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю дня принятия Декларации о независимости Армении. Также поздравительное послание направили президент и спикер Национального собрания Армении. Никол Пашинян 25 августа с рабочим визитом посетит Кыргызстан. Турция выступает за долгосрочный мир на Южном Кавказе, заявил Чавушоглу. Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину. Власти Украины анонсировали появление документа о гарантиях безопасности. Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, заявил Медведев. Иран отказался от некоторых ключевых требований для восстановления ядерной сделки. Россия решительно осуждает нанесение Израилем ударов по Сирии, заявил Сергей Лавров.